самого утра на избирательных участках Каспийска начинается подготовка к финальному дню выборов президента России. Перед началом голосования председатели комиссии дают указания. Уважаемые присутствующие, все ящики для голосования печатаны. Уважаемый секретарь, прошу передать члену УИК с правом решающего голоса, в обязанности которого входит выдача избирательных бюллетеней, список избирателей и избирательные бюллетени. Выданы под роспись, все получили. Под гимн Российской Федерации началось торжественное открытие третьего дня голосования на избирательном участке 0644 на базе лицея номер 8 имени Амедхан Султана. С первых минут горожане пришли проявить свою гражданскую позицию. Отметим, что каспийчане активно принимают участие в акции «На выборы всей семьей». Избирательный участок открылся в 8:00, как и полагается по расписанию. С утра мы видим, с самого утра, как люди приходят голосовать, люди разных статусов, возрастов, социального положения. Видно, что их интересует будущее нашей страны, они принимают в этом активное участие. Выборы происходят как бы по штатному режиму, никаких происшествий, как в плане нарушения правопорядка или нарушений голосования нету. Сотрудники Каспий Авто пришли сегодня выполнить свой гражданский долг и отдать свой голос за будущее страны на избирательном участке 0641, расположенном на базе школы номер 4. Вот мы, друзья, да, все-таки собрались все вместе, решили проголосовать. У нас коллектив такой дружный, мы все вместе всегда решаем все вопросы. Нужны везде, во всем, и тем более на выборах за такую серьезную работу мы должны проголосовать все до единого. Напомним, что сегодня, 17 марта, финальный день выборов президента Российской Федерации. Избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера.